Волшебный чай – это не тот чай, который вы будете пить каждый день по несколько раз. Это чай под настроение и для настроения, но он вам обязательно запомнится своим вкусом и ароматом, уж поверьте. Такой чай можно готовить не только на основе непосредственно чайных листьев. Можно также использовать каркаде или просто чайный пакетик. Я обычно готовлю такой чай или с крупнолистовым чаем, он мне кажется наиболее натуральным, или совсем без чая, а только с фруктами и специями. Для меня этот чай праздничный, он не для суматохи. С ним я не ем печеньки и другие сладости. Этот чай для релакса и отдыха после суматошного дня. Попробуйте. Палочка корицы 1/2 штуки, палочки. Имбирь сушеный, молотый, 1/2 чайных ложки. Лимон, 1 долька. Апельсин, 1 долька. Яблоко, 1 долька. Изюм, 5-7 штук. Кардамон, 1/2 чайных ложки. Крупнолистовой чай, 1/2 чайных ложки. Вода, 600 мл. Количество порций, 2. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Сложите все ингредиенты для чая в френч-пресс. Сахар я не добавляю, поскольку здесь и так много сладких фруктов, они отдадут свою натуральную сладость. Но можно подсластить чай медом, будет вкусно. Залейте все кипятком. Оставьте чай на 10 минут. Подавайте чай горячим. Приятного чаепития!